تقوي سعيك ما ردت لترتقي 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 مكنون قلبك مثل نور مشرقي 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 وابذل لتقطف خيركم في بهجة وتسيل في الأكوان من نبع نقي. Жизнь борется с нами ежедневно, возбуждая в нашей голове кучу вопросов, откидывающих нас на тысячи миль от истины, от устойчивой крепкой истины, которая противостоит любым попыткам этого мира захватить нас, от истины, которую нам доказали люди, выучившие наизусть книгу Аллаха, велик он и славен, и перед которыми она ясно раскрылась в каждом аяте, над которым они размышляли за время своего заучивания. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Я начал учить Коран при помощи Аллаха в столице Афганистана, в Кабуле. Мое заучивание Корана было сопряжено с учебой. Я учился в средней школе и параллельно учил Коран. Мы начали с конца Корана. Сначала выучили Аль-Фатиху, чтобы читать ее в намазе, а потом перешли к сурам Аль-Ихляс, Аль-Фалак и Ан-Нас. И так шли от конца к началу, пока не выучили Коран наизусть, завершив заучивание Аль-Бакары. Я вырос в среде, которую можно назвать уравновешенной, гармоничной. Я не был погружен во что-то одно. У меня было время для игр, и я делал то же, что и остальные дети. Но при этом я также занимался Кораном. Заучивал столько, сколько нужно. И постоянно ходил к шейху. По своей милости, Аллах облегчил мне повторение и закрепление Корана, когда я учился в старших классах. В третьем классе старшей школы. И после этого я получил несколько иджаз. Я выучил его полностью при помощи Аллаха Табарака ва Тааля и прочитал с таджвидом перед моим шейхом. Сейчас я работаю при Кабульском университете. Мухаммад Аль-Фикий и его товарищи Яхья и Мути выбрали для себя заучивание Корана. Но истина в том, что это Коран избрал их, чтобы они выучили его наизусть. Тому, кого Аллах не выбрал для запоминания своей книги, не удастся нести в своей груди слова Аллаха и получить то, чего добился Мухаммад и два его товарища. Аллах говорит в суре Аль-Фатир. «Потом мы дали Писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали». То, что ты знаешь Коран наизусть, это великая честь и показатель того, что Аллах избрал тебя. Ты не такой, как другие. Хафид Корана — это отличительный человек. Он отличительный во всем. Знание Корана наизусть приходит посредством облегчения от Всевышнего Аллаха. Оно приходит не из-за того, что человек очень умный или обладает хорошей памятью. Есть те, кто умнее нас и имеют лучшие способности к запоминанию. Но они занимаются чем-то другим. Аллах не направил их и не облегчил им заучивание Корана. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. В детстве у нас было некое подобие соперничества. Этот выучил две четверти хизба, тот половину, а третий уже выучил всю суру. И между нами продолжалось это соперничество, пока мы не выучили весь Коран. И если бы не эти друзья и благое общение, не этот шейх и не моя благородная семья, я бы не выучил Коран. И, естественно, в первую очередь это был успех от Всевышнего Аллаха. Я не видел благородного Корана. У меня проблемы со зрением.
Я выучил его на слух от своих учителей. Глаза мутыру Аллаха были лишены возможности увидеть книгу Аллаха, но это не помешало его сердцу узреть Коран, выучить его, размышлять над ним и полюбить. Даже потеряв зрение, можно жить счастливо, без печали и скорби, спокойно и без волнений. Я хотел выучить Коран, потому что это книга Аллаха. И нам необходимо учить его наизусть и изучать. Наш любимый посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Лучший из вас тот, кто обучает Корану и обучает ему других». Неотступное следование за благородным Кораном в течение нескольких лет его заучивания создало между ними и Кораном крепкую связь, строящуюся на системе, которая объединила в себе обучение, писание и тафсир, толкование. Так продолжалось до тех пор, пока они не стали любимцами Корана, проявляя в нем особое усердие и показывая перед ним свою искренность. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Я учил Коран и получил иджазу, прочитав его полностью перед моим шейхом Закарией Махмудом Мурси в риваяте Хафса по пути Аш-Шатибия. Потом вернулся к нему на другой год и прочитал перед ним в риваяте Шуабы от имама Асима, также по пути Аш-Шатибия. И после этого я прочитал перед ним Коран в кираатах Ибн Катира и Хамзы. Аллах даровал мне усердие в заучивании слов Аллаха. Я всегда хочу узнавать больше и больше. Таков человек, всегда хочет больше. Сегодня учит столько-то, а на следующий день хочет выучить еще больше. Наряду с упорством и постоянством в заучивании книги Аллаха, у Яхьи было другое интересное увлечение. Я играл на компьютере, участвовал в электронных чемпионатах FIFA. Но преуспел ли Яхья в компьютерных играх FIFA так же, как в Коране? Хвала Аллаху, я выигрывал. Конец пути с заучиванием Корана – это начало для другого, нового пути, в котором эти люди обходят мир, чтобы распространять то, что они выучили, передавать долю того, что усвоили, и рассказывать людям о том, что означает нести в себе эти чувства, действовать согласно этой морали и верить в это руководство, что значит быть хафизом книги Аллаха, велик он и славен. Аллах говорит: «Мы уже ниспослали вам Писание, в котором содержится напоминание о вас, то есть ваше могущество, честь, слава и главенство. Все люди показывают на этого хафиза, смотрят на его нрав и на то, как он себя ведет. Молодые люди берут с него пример, а также дети и взрослые. Поэтому хафиз Корана обязательно должен гордиться и чувствовать, что несет слова Аллаха в своем сердце». Я хочу понимать Коран и его смыслы, действовать согласно ему и преподавать его другим людям в исламском мире. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ما أعذب القرآن أصدق آية ورسالة جاءت بخير مغدق ألقاه ربي
في العوالم كلها فإذا بها بعد الضلالة ترتقي فإذا بها بعد الضلالة ترتقي